активно действовал в чужой зоне. Налимов отбивает шайбу на подборе. Лучше действуют хоккеисты. Борис, опаснейший момент сейчас. Какую паузу Кевин Далмен. Что ж там Налимов-то сотворил сейчас? Ты видел? Фантастика. Просто в прыжке. Ну и, конечно же, Далмен как обыграл сейчас своего оппонента. Это тоже фантастика, если честно. Конечно, надо просто видеть. Вот как раз Далмен здорово действует. Бросает поворотом. И вот он. Сейф Налимова. Еще и после того, как он поймал шайбу, она отскочила еще в шлем Баченский. И снова полетел в сторону ворот. Но Налимов там уже лежал. Да, вратари чудеса творят. Вчера я Лацо. Ошибаться. Ну и такое ощущение, что игроки Адмирала именно доигрывают этот период. Однако нет, посмотри, какой момент у Бута. Ух ты! И все-таки Бут забивает вторую игру подряд. Фантастика. Вот если бы он забил сразу после прохода, это да. Тут, ну, тут, кстати, из борьбы не выключился. Шайба к нему отскочила и бросал уже с острова, острова угла. То ли там рикошет. После линии прохода определено. Чтобы перетекла линия ворот.